Так, девчули, делаю термоядерную смесь. Но это я так думаю, не знаю, что получится. Чистить будем казан. Опять у меня вот тут завялый лимончик. Сразу в морозилку не убрала, не порезала. Я обычно лимон покупаю, разрезаю его на мелкие дольки и убираю в морозильник. А тут опять профукало все это дело. Так культурно, да, скажу. В общем, сейчас я выжму два вот этих лимона. Иначе они все равно испортятся, а здесь может... Опа! Из них будет сегодня толк. Далее. Казан у меня там. Залила его водой. Просто водой. Потому что вот такая у меня горчица. А, вы у меня в перевернутом виде сейчас. Камера-то с обратной стороны. И, в общем, горчица это тоже уже давненько лежит. Выкинуть жалко. Поэтому используем так. Себе куплю свеженькую. Что здесь? Дырочка такая масенькая. Во, тут я понимаю. Вот я маленькую делаю, когда на хлеб мажу себе. Делаю маленькую. Так. Сказал бедняк, перетакивать не буду. Потом есть у меня вот такой комет. Борется с жиром, нежность рук, без хлоринола. Тоже насыплю сюда. Давай тут не пыли мне. Так. Потом Пемолюкс. Сода 5 с лимоном написано. Нигде не увидела. Просто вспомнила, что горчица. Раньше бабушка часто чистила все с горчицей и хорошо очищалась. Ну, а тут есть у меня это, есть у меня это. Говорю, да, я попробую все это дело смешаю. И посмотрим, что получится. Да, да, нет, нет, никто за это, как говорится, не убьет. И по голове не даст, да? Поэтому будем пробовать. Какая кашка-малашка получилась. Ой, зеленеет. Ой, зелененький стал. Красиво-то какое. Ой, как горчица пахнет. Она еще хорошая. Ё-моё, ее кушать и кушать можно было. Здесь у меня казан еще и пригорел. Блин, были где-то железные у меня губочки. Теперь почему-то нету. Видать, кончились. Хотела железной губочкой пошкрябать его. Так, и вот такой у нас казан. Грязненький. Внутри сейчас грела плов остатки. И он пригорел. И сейчас возьму новую губочку. Мне так нравятся эти губки. Сейчас ее намочить, и она будет это. Фикс-прайс покупаю. Эти губочки. С этой стороны она вот такая. Ну, в общем, чего тут болтать, давайте делать. Ну-ка. Ложка очистится. Если ложка очистится, значит... Ну, очистилась. О, классно. Ложка очистилась. Белая. Чистая стала. Класс. Ну, это ложка.
А это вот это. Как горчичкой пахнет прям. Ух, аж глаза ест. Из-за горчички или из-за чего? Не знаю. Горчичка с лимоном, наверное, так играют вместе. С этой стороны помажу сверху. Пока. Чего у меня тут? Ничего не видите, да? Это не я, это штатив так сделал. Так, прыть. Бросаю губку туда и, не знаю, минут 10, что ли, пускай постоит. Так, девчули, пока тут у меня все дело стояло, закончилась зарядка. Поэтому поставила на поднос и вот сюда на стол. И будем пробовать тут. Фиг вам называется. Еще, знаете, боюсь маникюр покорябать. Сейчас перчатки одену. О, одела. А то как белоручка, боюсь нажать. Не, нифига. Не срабатывает способ. Надо было нагреть ее в духовке. Казан, точнее. Сейчас отсюда насыплю. И отсюда, фу, пемолюкс. И отсюда буду так брать и чистить. О, одним пемолюксом очищается гораздо лучше. Не знаю, видно вам, нет? Ну вот, очищается от пемолюкса, по-моему, а не от моей консистенции. Так, девчульки, спустя час мой казан стал похож вот на такой казан. Но я его чистила чем? Пема. Сейчас скажу. Пема люкс сода. Ножик. И вот как-то так получилось. Сейчас хочу положить сюда лимон, налить воды и поставить на газ.
и прокипятить. Посмотрим, что получится. Ой, стоит мой казан с лимоном. И капнула капельку туда посудного средства. То есть, как оно, фэри, мэри, шмэри и все такое прочее. А вы думаете, я тут одна делами занимаюсь? Вот моя нога. А вот ребятенок. Со мной рядом. Да, ребятенок? А, ребятенок? Ты с мамой? Ты ж мамой? А? Мамин ты. Уже пора таблетки покупать от клещей. Да? А то сейчас, скажи, проснутся зверюги. Да? Мамину. Мамина морда. Морда мамина. Хвост. Да, хвост. Еще гладить? Что ты ушами-то бьешься об стол? Ну. Все? Все, спи. Спи. Молодец. Спи. Спи с мамой рядом. Спи. Мама тебя будет охранять. Да? Молодец, умница. Мама поохраняет, убегает. Ой, убегает. Кастрюля наша. Все, выключаю. Пусть стоит. Дубль 25. Ой, как лимончиком пахнет. Здесь у меня капелька налита. Девчульки, что же я хочу вам сказать в итоге? Кто не подписан на мой канал, еще подписывайтесь. Делитесь моими видео. Ставьте лайк, пишите комментарий. Не забывайте. Ну и в общем, чего же я хотела вам сказать. Столько времени мучилась, и в итоге, когда я его помыла, сполоснула 25 раз водой, понюхала, и он пахнет теперь всеми вот этими средствами, пемолюксами, мулюксами и всем таким прочим. И теперь я так думаю, что я буду в нем готовить, и он будет пахнуть, еда будет пахнуть всеми вот этими средствами. Поэтому, кто пользуется такими казаночками и ставит их в духовку, да пускай они будут такими черными, зажаристыми. Правильно мне девочки говорили: Люба, не чисти казан. Но я же не послушалась, я же упрямая. Ух! Теперь не знаю, что с ним делать. Наверное, я его испортила. Вот. Попробую, конечно, еще поставить его в духовку, прожарить. Может, запах уйдет. В общем, девчульки, не чистите вы казан. Пускай он будет таким зажаристым, коричневым, красивым, какой и должен быть. И вот один раз этот казан поставить полностью в духовку, и он опять будет таким же, каким и был. Фу! И стоило 2 часа пытаться его очистить.